Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале, с вами Айка Эмили, и сегодня мы с вами кушаем, у нас пицца домашнего производства, вот именно такая вот толстенькая, здесь много начинки, не то что в покупной, это просто лаваш и сверху пару, не знаю, пару помидорок. Однажды купила пиццу в Пактате, по-моему. Я была в шоке от этой пиццы. Это просто был лаваш, сверху сыр и два грибочка. То есть настолько было мало начинки, я была шокирована этим. Я люблю, когда начинки много. Я когда раньше жила в России, вот мне всегда нравилось как раз-таки то, что там очень много начинки. Там покупаешь одну такую вот, как сказать, дольку и ешь и наедаешься. Настолько много было начинки. Ну, не знаю, как сейчас. Напишите в комментариях, как дела обстоят сейчас. Пить мы будем сок мой, мультифрукт или мультивитамин. Наливаю себе побольше, чтобы потом не заморачиваться. Обалденные. И приступаем. У нас опять снег. Вы представляете, опять снег. Господи, как это вкусно. Я вам ссылочку оставлю и на салат, и на пиццу. Пицца обалденная. Это идеальная формула теста. Вот я вам абсолютно серьезно говорю. Вы можете сделать такое тесто по этому рецепту и положить в морозилку, и каждый раз, когда вы хотите пиццу, будете это вынимать, готовить и подавать на стол. Вообще вот эта тема с заготовками на месяц или на две недели — это вообще офигенно. Получается, один раз ты приготовил все, что нужно, но заморозил и в морозилку. И каждый день не стоишь у плиты. Конечно, были бы бабки, можно завтрак, обед и ужин заказывать из ресторана. Но у меня брат работал в ресторанной сфере, и он говорил, что, ну, по крайней мере, в тех ресторанах, в которых работал мой брат, ничего свежего там нету. Полезного, свежего. Поэтому вот эта идея с заготовками реально экономит кучу просто вашего времени. Вы можете это время посвятить себе. Смотрю на женщину-домохозяйку, у которых трое, четверо детей. И просто, вы знаете, в шоке. Вечно она как белка в колесе. Сложно. Очень сложно. Я бы не смогла и не хотела такую жизнь. А таким женщинам, у которых трое, четверо детей в этом веке, в это время, низкий просто поклон. У меня мама нас двоих растила. Но с папой было сложно, и папа всегда хотел третьего ребенка. Он хотел еще одного сына, так как так получилось, что я родилась девочкой, а на УЗИ маме сказали, что это будет мальчик, мне придумали имя, все подготовили. В общем, папа хотел еще одного пацана. Но сейчас папа говорит, что хорошо, что так получилось, потому что сложно. Сложно и в материальном плане, и в моральном. Когда я работала в магазине техники,
помощником директора. У нас там была нянечка, как уборщица, как вы называете. И она вот рассказывала, что у нее есть сын. И он со своей женой живет вместе с ней. К сожалению, нету возможности жить отдельно. В финансовом плане. И она всегда говорила, что я бы очень хотела жить чисто для себя. Жить отдельно от них, одна, чтобы у меня был свой уголок, чтобы в любой момент я могла бы прилечь. И меня не беспокоили вот эти вот крики, оры детей. Пожилому человеку уже сложно воспринимать это все. И когда я смотрю на мам многодеток, реально, я восхищаюсь. Но я бы такого не хотела. Абсолютно нет. Два ребенка, обязательно разница в возрасте. По мне, самое главное, чтобы человек был готов к детям. Он сам хотел этого. А не общество и люди навязывали, что тебе уже пора рожать, тебе надо. Мне иногда в комментариях пишут, самый лучший возраст для рождения ребенка – это 20 лет. Айка, ты опаздываешь, не знаю, часики тикают и так далее. Но если я сама не чувствую себя готовой, я считаю, что не надо. Смотрела как-то передачу Малахова. У жены 5 детей, у любовницы 7. Возможно, вы тоже смотрели, потому что эта передача набрала очень много просмотров. И жена, и любовница, не переставая, рожают. А муж ни туда, ни сюда. Я кайфую. Я кайфую от того, что это очень вкусно. Просто обалденно. В последнее время заметила, что практически не смотрю вот эти вот передачи. Пусть и говорят. Говорим и показываем, только смотрю. А так все остальное. Одно время обожала. Помните периоды, когда Шурыгин это выпуск вышел? Вообще, когда Малахов вел передачу «Говорим и...» Нет, пусть говорят, я смотрела ее намного чаще, чем вот этот новый ведущий. Итак, вопросы. Жаля Гусейнова задает вопрос. Что насчет квартиры, Айка? Ты хотела ее приобрести в ипотеку. Смотришь ли ты варианты или все-таки передумала? Нет, я не передумала, просто пока что нет варианта, который меня устроит на все 100%. У меня есть предпочтение, например, 3 метро, которые меня устраивают. Я бы хотела там квартиры. Квартира должна быть очень близко к метро. Максимум 5 минут пешком.
я готова заплатить больше, но для меня самое главное — это место расположения. Пусть даже квартира будет небольшая, но самое главное, чтобы к транспорту было ну просто, чтобы из балкона я видела метро. То есть, чем покупать, например, 70 квадрат где-то далеко от метро, лучше я возьму, например, пусть будет 50 квадрат, но прям вот близко. Следующий мой критерий. Я хочу от 5 этажа до 16-го. До 15-го, 16-го где-то. Просто мне как бы комфортнее жить на высоком этаже. Если это будет первый, второй этаж, у меня вечно будет какой-то страх, что кто-то меня ограбит. У меня, честно, есть такой страх после нашего ограбления. Нас ограбили, кто не знает. И вот после этого я очень сильно боюсь всех этих моментов, поэтому хочу повыше. Сколько комнат будет, это еще, как бы, не знаю. Затем, следующий момент. Я бы очень хотела, чтобы у квартиры была купча. Но это, не знаю, как по-русски. Домовая книга, или как это называется? Я хочу без ремонта. Хочу сделать сама, по своему вкусу. Но если попадется какой-то вариант, где будет очень все бюджетно, например, ремонт, я полностью как бы не оплачиваю. Нет, я, наверное, неправильно выразилась. Например, квадрат стоит, например, 50 тысяч в квартире. А они продают мне, например, за 60 тысяч или за 55 тысяч уже с ремонтом. Иногда бывает, знаете, с ремонтом продают за такие баснословные деньги, что я сама могу на эти деньги себе сделать ремонт уже по своему вкусу. Зачем мне покупать твой уже не настолько свежий ремонт? То есть самый главный фактор – это место расположения. Как-то один раз, недели две назад, мы уже собирались идти смотреть вариант, общались с риэлтором. Я спрашиваю риэлтора, это находится близко к метро? Он говорит, да, 7-10 минут. Я такая, окей, давайте пойдем. Посмотрим вариант. В объявлении на карте было указано неправильно. Потому что в карте указано то место, где живет Жали. Я спрашиваю у Жали, у ее сестры, видели вы такое здание около вашего дома? Она говорит, нет, подобного ничего нету. Потом я еще раз решила уточнить, где находится МТК. МТК как по-русски. На жилищный комплекс. Блин, сложно жить здесь и объяснять вам на русском. Ну, в общем. И мне риэлтор говорит. Жилищный комплекс находится около Назлы Шадлых Сарай. То есть Назлы ресторан свадеб. Я такая... Бух. Я понимаю, что этот Назлы находится там же, где живет мой дядя. А это между двумя метро. Это между метро Нефчеляр и Халглар. Ровно посередине. То есть и туда идти минут 20 пешком, и сюда идти минут 20 пешком.
Единственный момент, который до меня не допер, я изначально сказала риэлтору, что давайте не будем отнимать ни ваше, ни мое время. Мне мое время очень ценно. То есть ваше я не знаю. Я все равно не куплю вариант, который находится далеко. И он меня типа хитрым способом отправляет туда. Там вариант дешевле стоил. Но все равно. То есть я беру не мешок картошки, который, если что, я могу купить другое. Я не снимаю квартиру, я не тороплюсь никуда. Пусть не сейчас, пусть через 2-3 месяца. Но тот вариант, который меня устроит. Часто продают последние этажи. Я сразу такая, ограбят меня. С крыши придут, ограбят. В общем, мы не пошли смотреть этот вариант с мамой. Потому что я поняла, где это находится. Почему на карте обозначают неправильно? Чтобы человек позвонил. А они там уже сунули какой-то другой вариант. Я всегда думала, что продать что-то сложно. На самом деле не только продать, но и купить. То есть ты конкретно знаешь, чего ты хочешь. Другой вариант был. Уже ходили, смотрели. В результате сначала сказали, что это не последний этаж, оказалось, что это предпоследний этаж. И тоже мне что-то не захотелось, если честно. Там, знаете, например, комната большая. Окно. И вот окно не посередине этой комнаты, а вот так вот с левой стороны. Или с правой. Ну, в общем, вот с одной стороны, да? И это выглядит как-то не очень. В принципе, можно сделать занавеску на всю стену, и это будет не очень заметно. Но это некрасиво. Полно вариантов. Когда здание не заселено, здание еще не сдано. Таких вариантов дофига. Просто обалденно. Вчера вечером начала смотреть мукбанки. И сразу маме говорю. Маме, можешь мне завтра приготовить пиццу на мукбанк? Она такая, да, конечно. Я сегодня вижу эту пиццу и думаю, сейчас поем. В общем, мои хорошие, с такими трудностями я пока что сталкиваюсь. Посмотрим, чем это все закончится. Надеюсь, что все будет супер. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. С вами была Эка Эмили. Пока.